скажи утречко доброе. Утречко доброе, деревенское. Сегодня мы выдвигаемся обратно. Смотрите, какие туманы и коровы. Мы пошли пасти своих коров. Пойдем. Пойдем. Ты что такой горцующий пони? Ну ты смотри, она же повторяет все. В общем, собаки хотели сделать дела, но увидели коров. И у них случился запор. Будем наблюдать за коровами. Красота. Да, пойдемте. Ой-ой. Ну не надо, пожалуйста. Здравствуйте, коровы. Мы в шоке. Что за животные пришли сюда? Джейсон, не бойся. Пошли тогда туда. Идите вперед, он не пойдет. Ты чё, Джейсон? Пойдем, это просто корова. Она безобидная. Да, пойдем. Тиффани, это корова. Доброе животное. Оно нас не съест. Джейсон, ты тоже корова. Ты часто мучишь, как корова. Они тут гуляют. Они идут к нам. Блин, на нас смотрят. Ну я же говорю, он корова. А он умеет хвостом отмахивать их? Научи его. Покажи ему, как хвостом отмахнуть. Кстати, уже почти 7:30. Наши мохнатые будильники после вчерашнего дня очень долго спали. Корова. Еще корова. Вот так. Мы сегодня будем гулять. Пёса. Пёса. Они идут к нам. Это они уже развернулись. А это корова. Я не помню, что там добывают.
это видит на ютубе, прибежит и оштрафует. Ты сняла, что там было на дороге. Пришлют родителям штраф. Папе твою фотографию. В конверте. Какой рейс страхован будет написано? Маршрут перестроен. А мы снова едем в пекарню. Так, давай прикроем окно, тут собаки будут ходить. Да. У меня снова в ухе звенеть от тебя, Джейсон. Меня стреляет левый ухо, ты отрываешь. Когда Галя уходит, нам скучно. Здесь полная тишина. Я что-то такой загорел, что ли? Что-то. Здесь смотрю. Все, Галя куда-то пошла. Это сразу стонать. Это Галя сходила в туалет. Сейчас. Я вляпалась в говно. Да господи. Все, иди, оставайся там. Подожди, принеси булочку. Ну вот булочка. Ну я хочу вчерашний. Зачем нам свежий есть вчерашний? Я хочу свежую. А нахрена тогда мы тебе держим? Дома сидим. Я в говно вляпалась. Конячий или кроющий. Не своя? Нет. Ну ладно, туда уж. Главное, не в свое. Не в человеческое хоть? Я же сказала, это конячий или коровье. Надеюсь, конячий. Они лучше пахнут. Ладно. Ну, поехали. Будет. Снова наши заправки. ХТК. ХТК. Кто знает, тот поймет. Ты знаешь, что такое ХТК? ХТК. ХТК. Хатика. Ну я так и сказала. О, хатика. Тут шумно, плохо хатику. Слышно. Хатику. Хатику. Хатику, что такое хатика? Хатику. Джейсоновского лая. Здесь опять очень много коров, и когда он гавкает, у меня начинает... Лежащий полицейский. Лежащий полицейский. Сейчас кто-то тот проехал впереди. И начинает резко болеть. Ух, а лежачий полицейский в деревне. Здесь он назад. Мне нужна затычка для уха. Вот собака сейчас будет. Смотри. Проснулся.
Убирай морду там коровы. Убирай. Крыша пошел проверять тосол. Мы думали, что здесь мы потеряли наш перцовый баллончик, что он выпал, но кажется не здесь. Че с тосолом? Все нормально. Все нормально, волк. Мы здесь, кажется, останавливались по дороге туда, но ничего не нашли. Ты что, машину ломаешь? Ты уверен? Нет. Ты поссать хотел? Я могу выключить? Ты пойдешь? Да, пойду. Попытка номер два — найти наш перцовник. Сейчас мы еще на один сворот заедем, и если уже не найдем, то забиваем. Перцовник был новый, хороший, и как бы везде в этих краях много бродячих собак, поэтому сейчас у Гриши новый, у меня только старенький. Баллончик мы не нашли. Что ты делаешь? Решил перекусить. Колбаска? Горе. Баллончик не нашли, горе. Ой, зажевывай. Утешить свой желудок. Мусор, не мусори. Там много пакетиков положить. Колбаса. Человек жрет колбасу. Вы видели, что происходит, да? Гриша колбасу жрет. И нет, не на этой остановке. Где мы нашли? Под лапами на заднем сиденье. Собаки сперли. И ты его подкинул. Я не подкинула, но мы нашли баллончик. Так, мы заехали в несколько мест, где мы останавливались. Не было. Сейчас мы остановились в новом месте. Стали их вытаскивать на прогулку, собирать. И вот он. Ну и хорошо. Поведем, вытаскивай. Потные разучились за день в деревне гулять нормально, они только жрут траву, как коровы. Поэтому идем-ка мы в машину. Они просто вышли, ни разу ничего не сделали и только жуют траву. Джейсон, скажи му.
И по ней. Птицы летают. Улетела. Пипи, сколько тут пипи можно делать? Ты стесняешься сказать поссать? Нет, пипи интереснее. В уборную, звучит. Да? Или как ты там говоришь? Смотри, сколько пипи и кака можно сделать. Давай животных прогуляем. А они что, что-то будут? Ну, травы нет, да, давай зато? Давай тогда подожди, пусть не гуляют. Нет, тут травы нет. Ничего. Так что, давайте погуляем. Можно сначала поссать? Нет, давайте покатаемся по кругу вот так. А ссать когда будем? Подожди, я еще не закрылась. Все. Чисом. Что в траве-то сразу? Сразу жрать траву. Все. Такая прям природа. Ёлки, лес. Мусор. Тифани. Мусор. А там же почти нигде не было мусора. Мы спали, да?